Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёствун, и мы продолжаем играть в Атаку Титанов. Часть вторая. Итак, ребятки, ты готов выдвигаться? Да, сэр. Так точно, сэр. Хорошо, в таком случае отправляйся прямиком к точке сбора. Итак, солдаты, разойдитесь по вашим отрядам и займитесь поиском и уничтожением титанов. Группа перехвата из гарнизона будет в авангарде. За ними в центре будет кадетский корпус. И замыкать все это будут элитные подразделения гарнизона. Мы будем защищать стену Роза до конца. Отдайте себя полностью этой задаче. Свободны! Эрон, если дела будут плохи, держись меня и не... Аккерман, ты присоединишься к элитной группе в тылу. Но, сэр, я недостаточно хороша, я буду только мешаться. Микаса, здесь решается судьба человечества. Отбрось свое личное и делай то, что нужно. Прости, ты прав. Просто пообещай мне одну вещь. Не умирай там. Не умирать? Черт с два, я помру. В этом мире все еще слишком много всего, что мне предстоит узнать. Эй, ты что это только что сказала? Я сказала, что это отстой. Застрять здесь с таким идиотом. Что? Эй, у нас нет времени на ругань, пожалуйста, с меня хватит. Емир, Кони, вечно вы оба... Ну ладно, ладно, мы поняли. Только ради тебя, мы поладим друг с другом, хорошо? Ну, я думаю, сейчас и правда не лучшее время для споров. Как бы то ни было, давайте попробуем работать вместе. Я только надеюсь, что вы, ребята, не будете путаться у нас с Кристой под ногами. Ах, да ты просто не можешь держать свой язык за зубами. Нам уже пора. Так, что, ребята, глава 1, эпизод 2, первая битва. Эти двое теперь в моей команде, Кони Криста. А Емир, похоже, нужно особое приглашение. Так, и нам теперь еще кого-нибудь найти бы для команды, да, чтобы у меня 4 бойца было. Наверное, сейчас всю дорогу будут какие-нибудь диалоги между ними, типа такие, знаете, которые будут показывать, как они ссорятся, спорят, а мне, наверное, надо будет их постоянно примерять. Я же, типа, прирожденный полководец, объединяющий людей. Ты это видишь? Похоже, нам будет с чем развлечься. Титаны! Их так много! Черт! Похоже, у меня нет выхода. Придется убить их всех. Че, я думаю, как всегда, просто быстро передвигаться и быстро убивать титанов. Вот наша задача сейчас. А, тут еще меня научили вот такой штуке, смотрите. Круто, да? Короче, всякие разные приемчики новые появились здесь, которых не было в прошлой части. Я, правда, не знаю, насколько часто я могу вот так делать. Но давайте сейчас еще попробуем. Где-то... Блин, где-то вот там впереди титан. Я, правда, сейчас не вижу. Так, а на ту сторону я смогу перепрыгнуть? Хватит мне скорости. Это рядом. Этот дым. Это сигнал бедствия. Я пойду и помогу.
Оставь их, это не наша забота. Я тоже пойду, нехорошо с нашей стороны проигнорировать их зов. У меня почти газ заканчивается. Блин, они ему ногу не отрубили. Я им говорил ногу рубить. Ребята, придется самому мне ему рубить ногу. Ради материалов. Это что, рука? Не, рука не нужна, нужна шея. Да блин, как неудобно, они крутятся без конца. Мне кажется, в первой части они так много не крутились. Так, и мне опять, смотрите, у меня все опять испортилось, лезвие, газ. Так, не, погоди, там что-то сзади кто-то кричит. Вы куда бьете? Я руку хотел, чтобы вы били. Так, я, кстати, тут, по-моему, могу эту построить, как его. Ну, пополнить запасы, у меня газ почти закончился. Да ё-моё, что-то поторопился, что ли? Ту-ту-ту, меня поймали. Не-не-не, так дело не пойдет. Слушайте, а я еще не могу своим сказать его бить, ну как в первой части. Пока меня изловили. А, наверное, мог, я, наверное, центральную кнопку не зажал. Так, нам нужен боец, кстати, какой-нибудь, а то у нас недокомплект, хотя бы вот даже класса D. Вот у нас это задание прийти к сигналу, я не уверен, что надо. Я вот думаю, может быть, лучше сначала всех титанов уничтожить, меня же никто не торопит. С другой стороны... Да, я знал, что плохой угол будет. Но я уже как-то летел на всех парах. Так, отлично, ногу они ему отстригли. Отлично, с первого удара. Нам, кстати, сюда и надо, вот где-то здесь быть. Так, ребятки, вот эту ему ногу... Ха. Это так и должно было быть? Слушайте, но это, скорее всего, вот я все-таки ему сейчас своим говорил его атаковать. И, наверное, вот если они его атаковали в
тот момент, когда он меня держит в руке, вот такая анимация. В принципе, в первой части тоже свои союзники могли тебя спасать, когда тебя хватал Титан. Но при этом не было каких-то вот таких видеороликов, вставок. Это тоже прикольно, что они такой момент сделали. Нам и мир говорит, типа, о, этот дымовой сигнал, похоже, там кому-то нужна помощь. Слушайте, она странная, да? До этого там сигнал горел, она такая, ой, ребят, да ну пофиг на них, у нас тут свои дела, а теперь сама такая, ой, там, кажется, кому-то нужна помощь. Будем считать, что это Криста на нее хорошо влияет. Знаете, заметил, что в этой части очень быстро заканчивается газ и лезвие. Прям, ну, не знаю, безумно быстро. Пара титанов и пора менять. Так, как бы мне увернуться от него? Я не знаю, что тут творится. Я вообще ничего не понимаю. Но я вижу, что он на меня сагрился, да? И готов ломать там все дома. Как это странно все выглядит, да? Так, можно я с него таргет уберу? Похоже, не могу я с него таргет убрать. Я пока что просто газ восполню. Да ё-моё, он меня поймал в воздухе, несмотря на то, что я ему пытался за спину зайти. Короче, с ними, с вот такими, походу, шутки плохи, когда они агрятся. О, этот титан похож на женщину. Это на самом деле странно, потому что в первой части женщина-титан, ну, как бы... Энни это была первая женщина-титан, да? Ну ладно, будем считать, что это просто был титан-мужик-металюга волосатый. Давай ползи, родной, тебя там титан на другой стороне ждет. Блин, у меня газ опять закончился. И он на меня смотрит. Так. Кажется, я что-то сумел сделать, выдумать или нет. Мне бы это убежать, потому что, во-первых, мне бы подлечиться. Это как бы первое. А второе, мне бы газ восполнить. Так, ладно, с этим справились. Так, давайте сейчас попробуем этим скиллом притянуться и убить титана. Да блин, надо, чтобы он... Эй, а чё? Всё, я не могу опять использовать? Чё за странная фигня? Не-не-не-не-не, я против.
Ха, прикольная анимация. Это прям такой фаталити. Блин, ну я не совсем сейчас как бы это... Не совсем понял, как... Там похоже как-то вот, если он тебя агрится, тебе нужно там отпрыгнуть от его удара, и тогда ты можешь контратаковать, и тогда получается вот такая вот анимация. Именно если он на тебя агрится, вот это все у тебя сверкает красным. Так, у меня опять кончился газ. Так, ну вот здесь рядом можно пополниться. Ха, прикольно. Такие титаны в первой части довольно-таки поздно появились. А здесь уже чуть ли не с первых боевых миссий. Так, мы сейчас обязательно с ним разберемся. Но можно нам сначала маленько восполнить припасы. Парень, ты далеко собрался? Да, вот эта штука мне нравится. Как бы это такая возможность прямо быстро вывести какого-нибудь титана из строя. Блин. Опа. Как вот от него... Что-то я не понял, они его уничтожили, а руку-то вы ему отрубили, я вроде говорил по руке бить. У меня такое ощущение, как будто они меня не слушаются, то есть говоришь в руку, они могут куда хочешь ударить и убить, не забрав материала. Я пока что не агрюсь на главного босса, я готов и просто других почистить. Вот у него постоянно такая проблема, мне уже надоело. Они тут постоянно почему-то садятся на колени. И им довольно-таки сложно ударить под хорошим углом из-за этого, этим титаном. То есть постоянно приходится вверх забираться. Как-то, ну то есть снизу вверх здесь гораздо сложнее бить, чем в первой части. А если я вот это выберу, мне не дадут, да, оружие? А нет, все равно дают. А тогда в чем разница? Да, ё-моё, я, кажется, не успел вовремя нажать удар. Ну ладно. С другой стороны, хорошо, что мы его не убили, хоть материалы с него получим теперь. Ой, блин, в кнопках запутался.
Чё, сейчас через этот мост и где-то там босс нас ждет. Типа вымотать его. Слушайте, как я ему слабо по ноге бью. А у меня газа уже почти нету. И лезвие довольно быстро тупится. Но лезвие у меня хотя бы запасные есть, а вот газа почти нету. Так, а если я ему... Но он на меня, да, сагрился? А если я ему так попробую... Отстань от меня. Так, меня спасло, что тут пушки по нему бьют. Но, блин, он меня второй раз схватил. Дайте мне ему вот эту ногу отпилить. Я, кстати, не знаю, как мы ему ее ломать будем. Вы видите, я ему почти не наношу урона. А вот сейчас, смотрите, нормально получилось. Это потому, что мы его вымотали, походу. Слишком близко было. Да ё-моё. Вот теперь норм. Лезвия затупились. У них есть тут, видите, такое ускорение, когда он сам автоматически ускоряется. Да ё-моё. Ты чё отпустился? Но для этого надо чуть подальше нападать на него. Иначе он не успеет. И будет тогда очень слабый удар, типа как вблизи. Вот видите, как сейчас не получилось. У меня уже нету газа, чтобы это. Поэтому я буду просто бить издалека. Не знаю, я вообще от него отстану сейчас временно. Пойду это, восполню провизию. Да убери ты его с прицела. Но он живучий, да, этот парень? А ты чё орёшь? Все же хорошо. А, типа другие приближаются, там пишут. Сенсей,
Что? Авангард был разбит? Не сказать, чтобы я был особо оптимистично настроен, но это просто ужасно. Аномальный титан! Какого черта ты делаешь? Эрон? Ну погоди, сейчас ты заплатишь за Томаса! Стой! Нет, пожалуйста! О нет. Почему я просто смотрю, как моих друзей поедают? Я даже не могу пошевелиться. Армин. Эрон! Я не могу так умереть. Ведь это ты научил меня, Армин. Я должен был отправиться во внешний мир. Эрон, быстрей! Как будто что-то почувствовала, да? Как захрюкают мои поросята, когда узнают, каково мне, старому кабану. Слушайте, но меня по-прежнему не пускают, да? То есть мы по-прежнему на миссии. Блин, я постоянно хочу пробел нажать, а этот дневник открыть. Так неудобно. Нет бы сделать дневник типа на Джей или что-нибудь такое. Эй, ты же не думаешь, что все твои друзья смогут выбраться живыми? Хватит витать в облаках. Так, я могу сказать, что, конечно, они все выживут, или я беспокоюсь за Армина, или же... Вот это уже больше в ее стиле, третий ответ, что я хотел бы верить, но знаю, что это невозможно. Так и есть. Мы все потенциальный корм для титанов. Каждый из нас. В общем, ей понравился мой ответ. И мы благодаря этому чуть-чуть развили с ней отношения. Да. Так, ну ладно, ребятки, что нам тут осталось? Купить, улучшить снаряжение, если получится. Да и в принципе все, тут больше ничего нету. И потом отправляться на следующую миссию. Но это уже тема для следующего видео. А у меня на этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и всем пока.